кто рядом. Послушав мистрейла этого. Угу. Ты чего, он бляк? Кого-нибудь, да, бляк. Полководца уведи, пожалуйста. Блять. Я дам где. Да нормально. Ты же уедешь теперь. Они не так сильно били. А у тебя дизарм дольше работает, чем у Варыш? Тоже 10. Ну уж от стаков. Не-не-не. Там тоже типа дизарм кидает. В охотник сыграй. А у нас? Чё? А. Ага. Что-то сейчас засыпаю. Короче, тончил я этим мишкой еще 200... Какой? 237 был. Я срывал, ну точнее, ДК меня там не обгонял, 259. Тоже не помню его спек, блядь. Ну короче... Если одеть этого мишку и еще кое-какой волшебный символ поставить и соблюдать ротацию, то можно ДК обоссать по урону. Мас, почему медведи на циркуле не работали? Че не работает? Медведи. Все там работает охуенно. Я там тончил, блядь, тоже с ДК срывал. Просто ими не играли. Это если это тебя бить будут. А ну конечно, бить, ну с пула даешь бирсу и все, и там увечью. Тебе столько грош, ну ВПшка как увечья. Я не раз. Ну так а я всеми танками знаю. Да. Да ладно, что у нас спекайся, потом вылим его после. Так может пусть вдвоем полетают. Не-не-не, холик один полетает. Копье возьми. Меня застрелило, блядь. 25-ки одна летает, ты говоришь 10. Копьё-то а будет. Я мишкой танчил. А чё ты эту хуйню и пусть копьё поднимет. 25 гер, этот, анбаф, нахуй. Да, веди её. Блядь. А она с щитом почему-то, да? А ж копьё во мне, блядь, уже следует. Ты чё за хер? Да есть стерей, по-моему. Кидай её, этого гомика. Ну давай я потанчу. Хотелка проебываться. Ой. Бля, опять в меня нахуй. Если всех с первого трая убьем, будет танчать. Там еще трэш докатит. Да не, не долго. Вы вообще этот трэш придумали? Пришли, убили боссов за полчаса всех и разошлись. Ну ты посмотри, какая тут архи... Тура, вот в том-то и дело, что ЦЛК некрасивый. А репу только с боссов фармить надо. Такая мрачная атмосфера, конечно. Копье, да киньте кто? Да не ори, блять, кинул нахуй! Я просто кликаю, оно не кидается. Вот, блять, время потратил. Да иди в пизду. Ну чё, я думал, я самая быстрая жука на Диком Западе. Хинди, блядь. Попадел. Мне кажется, ДВЛ, бля, набил на Диком Западе. Да не я, чё я... Бля, нам сейчас вообще заебали стрелять нахуй. Нету. Вот оно. Нихуя не мог. О, да. А чё, нас блядь, хили моё, вы заебали. Ушли нахуй от копья, сейчас весь упадёт. Никто не бейте босса, блядь. Луберс, не бей. Нахуй берёте, скинуть не можете. Я подниму, не припаду. Я в копье, поднимите, алло. Ебать. Как смешно лежал. Бля, 30% ещё отхилили, вот вы даёте. Это бомбомский, кстати, ты отхилил, нахуй.
Сейчас ну, еще что? Копье будет, смотри. Че, я тем я у меня смотрю. Нет, ну ее тоже. О. Кидай его. Ебать. А, оно не берется, оно сломалось, нахуй. Или кто-то другой спиздил. Я взял. Медведь, нахуй. Хорош. Медведь, открывай, блядь. Гайд записал. Прикинь, потом видео такое, как кидать копье. Я в ахуе, блядь. Шаман, ты Велима спекнулся? А вот сейчас душевой кабин. Шаман там уже веревку и мыло готовит. Слышь, Туися, ты прочитал, что клуб распишет? Не надо, сейчас. Если душевую кабину называть Диким Западом. Я не поняла шутки. Ну как? А Бойд, ты слева, Томас, ты слева. Просто в душевой кабинке отрывки накидывает. Типа наяриваешь там душевой. Я поняла. Короче, на полно. Чисто от руки накидал. Так, я слева, он... Ты справа, он слева. Сахо, ты заливаешь подавителей слева, я справа. Клуберская Клуберская. Ну, клубер, если он. А где клубер? Он здесь вообще? Конечно. Он под душевую кабину пишет, что-то еще. Ну так давай. Тут погнали, что пулять, главное. Давай. Не-не-не, он сказал. Я бить не буду. РЛ. Я вообще не понял, блядь, чё за хуйня, блядь? Почему я бить не буду, чё такое? Вы должны мне помочь. Мои силы на исходе. Зомби. Вэл, позаливай подавителя слева. Кого? Право, подавитель. Этот у нас чувак этот, череп, короче, пидор слева. Хочет меня притвориться мертвым. Собаке надо, блять, агрессию. Какого подавителя еще? О, маг. Пиу-пиу. Бычье сердце, молимся. Жир, иди сюда, блядь. Да, блядь. Подавители войны заливают же, не? Справа должен был заливать воин, а слева крик. Ну, крик что-то. АФК, что ли? Угу. Нет, но он тут сказал то, что РЛ, типа кто-то его призывает. Клуберс пришел, начали пулять, а он сказал, я буду стоять. Ну, плохо. Нет, кто-то в РК разговаривал. Но он сказал, не-не-не, и что-то это. Хила дефать надо, блядь. Кто хил? Отхиляйся. Иннер КД, если что, я тебе слил уже, так что поэкономим. Да, есть этот. Финда, и гим, и банка. И раз, и две минуты, тогда интересно. Мы топ-команда. Отчаянный медведь и храбрый это Выся. То есть мои пули то, что летают, там свистят, бля, похуй, да? А слева этот урод. И кого уродом назвал? Ну чё, он красивый, думаешь? Не, я думал, ты медведь. Угу. Я про этого черепка, хуй, как он называется. Да, понял. А чё у тебя с петом, он какой-то дёрганный? Он, блядь, я поставил, чтобы он всех, всем пизды давал. Дёргается туда-сюда. Привет, первый. А зачем? Ой. Сумербар. А это плохо, кстати.
Он первый по ДПСу. Сейчас, блядь, не обосраться, надо варку. Ну, блядь. Еще бом. Надо резать его, не урните Джакуджи. Забери. Ты забирай, забирай этого дурака. Да, блядь, по-моему, с моей стороны выходит. Забери с меня, мне там еще мобы, блядь, бегут. Надо резать варок. Беги, клуб. Девушка. Беги, короче, нахуй. Блядь! Что там не будет? Нет, я не хилю, пожалуйста. Так, где, блядь, гимн, блядь? Лес, ну, вара, короче, вставай, схити. Потому что мы, блядь, без рыва. Это а что такое? А, ну, блядь, бейте хули, блядь. Зуб. О. Давай, бабка, мою ману, блядь. Сейчас иннер есть. Сейчас убью моба. Геру просит. Просит? Геру, шаман. Шаман? Шаман, дай рус. Рус, дай шаман. Шаман, рус, дай. Нет, сейчас уже следующий. Все же и так захилили, блядь. Не молчи. Ну, педики вот все, блядь, обидели его. Кого? Рэлла. Рэл, ты чё, кидала? А чё это за черви? Чё, давай убьём. Расходимся, да, сейчас, не? А нам надо, по-моему, птицу убить ещё. Червей-то кто-то дольет или так они будут ползать? Вот я и спрашиваю. Пиши редер и резных надо. Дар умер. Мне диван кто-то дал. Это же редер. Вредер. Костя, очнись. Быстрей! Где шредер лежит? Видимо, вниз прыгнул. А, он в лифте, наверное. Да он БЗ дал на меня. БВ. В комнату не заходите только. Ждем. Где сзади-то? Я ничего не понимаю. Вставай, короче, прибежишь. Недалеко бежать. Мы сейчас по... А. Ну ладно, пока там мы рожаем, походу я пошел. Кто рожает? Мы синдру будем бить или нет? Вряд ли. И тогда только другая в комнату будет, да? Ну, комнату зачистим. И ты такой что сказал? Скорее всего, один трайм можно было попробовать. Пишите трэш бить, оба танка тут. Два хила танка. Стой, вернись. Твела нету, точно. Он же сказал, пойду курить, но хуй не страшно. Сейчас еще раз арча дам. Чувствую, выходим в центр все.
Главное, вон, скажешь, что он не сходил. Успеть. Стоим все в центре. По-моему, с истерией даже. Давай. Томас. Когда уже? Не мне дом. Ай, блядь. Добычу поставил. Ну так баян ролл. Рыцари без страха и упрека. Кому эта хуйня нужна? Где? На расплыл. Ройтик, кому на расплыл на одну продажу. А, нет, танки вначале соберите, разведите, пожалуйста. Шаман, отойди оттуда. Блять, хуярить, начинаете еще до того, как я сорал. Ну, блять, извините, на сами виноваты. Дай БР подвися. Я случайно уткнула. Сори. Да выйдите просто. Выйди, выйди от них. Томас, дай прожим здесь. Забери шамана или кого он там ярит. Не сейчас. Ну главное, чтобы пыл не зашел. А Томас, забери остальных. С центра забери, Томас. А если бежать, не перезапустится? Не трогаю. Лежи и все. Охуево. Не, ну если ты в комнату зайдешь, то перезапустится. Ебаный в рот, как ты срываешь? А ты, может, стойка другая посмотри? Да нет, все нормально. Изда, падаем. Встаем, бежим. Уже прибежали. Дайте поставить хотя бы эту хуйню, бля, и не бейте. Чисто попадали. Там просто надо было отбежать от мобов, потому что эти мобы начинают крутить вихрь. Надо от них было отбежать. Да. Просто, ну, вы в них стояли и сдохли. Варш, Реддер. Можно было отбежать и подождать. Они не ждали ничего. Это же не для нас придумали, да? А, ну да. Значит, я делал, играл паладином, но я был не паладином. Блять, а мы не туда бежим, да? Почему? Я палугу.
куда мы не... А, вы на лича сразу вышли. Не, мы просто прямо пробежали. Ты что там забирал? Такой крюк сделали, блин. Чуть не выпал. Смотри, можешь вот так вот хвост и ноги скинуть. Оп, и незаметно было. Будто я так и стоял. Носом по решетке. Еще что-то ревет. Помянем. Ресните Куберсон на лицо. Честно, встал рядом со мной стоит. Не иди туда, шаман, вернись. Хз, как вы резны. Варва, ты бы уже 10 раз прибежал. Все прибежали, ты лежишь. Клуберс, в комнату не заходи, дайте ребаф. Шредер, каски раздай. Пороги каску дай. Заходим. А Клуберса не ждем? Нет. Клуберс, в комнату не заходи. Вар. Вар. Пиздец, блять, вы чё нахуй? С ним. Вар, тоже быстрее беги, короче. Быстрее беги, беги, беги. Ну, этот вар делает. Он, дай стерил. Еще боешки упадут. Я че боюсь? Да я на ровно. По бокам разойдитесь там. Играем по трэшу, который у ДК. Мишка типа лох, да? Да, Мишка лох. Лох, пидор. Yeah.
скажу. Точно хотите трай делать еще? Не-не-не. Вот, я просто понимаю. Очистим. Ну что, не будем воевать? Позже. Где там бабки, баешки? Ман, ты и так уже тут не расстаешься с нами, каждый день ходишь. Как говорит, хуёво. Кто? Кто? Шаман. Позже не будет его. Центр стали. Солнце как в стиле откатится даже. В смысле? Откуда? Какой гибдер? Не отложила. Пожми, если будет, дай массажу. Дай мастер ауру на защиту поле. Какой волдук? Бать меня просто сложила. Да, приключения кого там? Выдай маленькой твыси. Угу. Маленького бота. И храбрый твыси. Вроде больше не должно быть трэша, да? Еще маленького. Маленький какой-то. Зубы есть. Кидай. Давай. Берешь такие зубы, выкидываешь изо рта. Мы сделали это. Да, сейчас маны нет, сейчас резну. Отважный медведь и храбрый высь. То есть профат с первого трая дальше. Здравствуй. У нас нет. Мы трое что почистим, да, перед синдрой. Да ну нафиг ты трешь. Дракончиков можем убить, боешки. Какие боешки? Дракончиков, да, и боешки. Дракончиков попадут в боешки, они будут ролиться. Так что давайте убиваем. Да ладно. Да не упадет. Насколько я знаю, синдра слабо. Я всех себе. Дайте, пожалуйста, ребята, прошу. Каску, ладно. Кто стан даст, если ты всех соберешь, мы просто сдохнем. Корова, Ретрик, Холик. И там два войска можно будет дать. Гера еще там будет. Ну тогда ладно. Каску дай. Лапку дай. Дай лапку. Дай лапку. Блять, да вы чё? Лапу надо. Ага. Все, пиздец. Не знаю, по мне так проф самый красивый. Да нету ничего 25 гер сложного. Да просто мозг. Не протухший, нормальный. Бля, нам всем пизда, пацаны. Что делать будем? Не правда. Чё, блядь, что не отсюда пускай? Дома сразу прожмись в лужу, давай Геру, давай шаман. Уже Геру. Сейчас будешь. Дискерей, если будет, дашь. Бомжей, дай клубер. Репка капает. Точно истерия нужна была, блядь. Три сколько буешек. Либо... Одни когти. Не, когти, волосы, какие-то ногти, блядь. Я тоже хочу когти. Не, этих-то зачем уже бить? В смысле, ну что потом, это синдра, это? А еще драконы. Чтоб мы пришли и сразу бах. Ну ладно. Смысл нам тогда приходить? Ой. Чисто до полчаса он дотянем время. После РТ говоришь, да? После РТ я буду злая, как собака. Я и так злая, как собака после РТ. На четвереньках или я не понял? Я не понял.
Войд, пойдем потом на профайте, так на кого пойдем? На 25 герб, так объясню, как здесь убивают. Никакие парагоны сюда не подойдут, здесь своя тактика. Все. Забудь все, что ты знал на Хиркуле. Зирус. Мне кажется... Понял, Войд? Другая. Просто посмотрим, посмотрим, как они тут ходят. Гере. Куда ты имеешь в виду пойти? Когда? Ну, в комнату на профа сейчас пойдем после. А. Я тебе покажу, как водить. Смотри, кто зашел, блядь. Кто убивает? Жуки или кто где-то там? Блюжно. Угу. Чё, там РЛ какой-то крутой? Нет, там кончено. Там РЛ кидала. Просто тактика. Пойдем. Чё, не тогда? Будем драконов бить, да? Будем. Они так плюются. Ты тоже в них плюнь. Вижу. Я уже сейчас репу нашел. Потом на Синдру придем просто и все, и уже готов. Сейчас можете без меня завтра сходить. Ну, блин, это не обязательно было делать. Кто вернул? Нет. А что с ней не так теперь? Фир на ней. А, так это паладиновский фир. Может еще вот так вот? Ну, блядь, ну нахуя вы это делаете? Ну, корни пусть будут, кстати. Она все равно взлетит, блядь. Не должна. Да ебаный паладин, вы угораете, что ли? Не понимаю, зачем эфир кидает. Сейчас корни, дай, спадут. Сейчас они уже почти. И отводи, отводи. Ага. Дай истерию, по-моему. Блять, не выпал мой бычье сердце, сука. Почему? Олег обиделся, что мы без него пошли. Ну, блядь. У нас еще есть... Так он за УД, скорее всего. У нас еще чары есть, блядь, причем основы. А, блядь. Ну да. Ничего, прикольно, она не взлетела, лужи не кидала. Четко. Холодный взрыв какой-то. Почему? А вот кидает, теперь уже пошло. А вот первый раз кинула. И тот раз кидал тоже. Ну что вы делаете, блядь? Он стоит. На этого уже похуй, херяйте тогда. Бейте. Заберите только с меня, пожалуйста. Блядь, по-чурбански. Что делаете, блядь? Да этот похуй, этот херяет. Просто они могли двое быть уже. Вот это хуёв. А когда он один, уже похуй. Вот-вот, блядь. Поэтому туда и отводят, еб... Короче, вы тут сами, я пошел туда, чтобы не сдохнуть. Ты чё кидала? Куда собрался? Со своим пипачем? Ну, чтоб не умереть, блядь. Вы сейчас от Синдры все... Кто ничего не умрет, блядь? Чекай. Я притворюсь мертвым. Какая разница, там урон АУЕ идет. Поэтому... АУЕ, который... АУЕ, да. Я на лыжи встану. Ну, попробуй притянуть ее. Она притягивается. Ой, бля, ну что? Сейчас она как в комнату зафиряется и за... Он не выйдется. Блять, когда просят, не делает. Вот когда не просят, блять, так надо понажимать всякой хуйни, да, Шреддер? Или кто это, блядь, хил? Я думаю, хули полу это нахуй нет. Поэтому он это и делает. Чё она вертится, блядь, туда-сюда?
кстати, блин, дракон. Вот, я и говорю. Нахуй не надо. Сейчас я квест дам, не понял, ровно пацаны. Вот так вот надо закрывать профы ДК и мишкой. Просто гайд записал. Хилить и хил. Дай мастер ауру на лед, хоть паладин. Возможно. Ну пошли в комнату с проф. Пойдем. А ты смотрел видео про гону? Нет. Ну так а что ты говоришь про гоны, не подойдут, блядь? Я более чем уверен. Так а что, ну, сначала посмотри, потом говори, что не подойдут. Я уверен, ну, что не подойдут, если или нет. Я вот уверен стопудово, если бить как они били в точности, без флаков, без наступаний в колбы и в ловлении пельменей. Если без флаков, можно вообще и без тактики убить. Нет, нет, тактика нужна в любом случае. Как, куда ходить, надо это понимать. Просто мне интересно, что ты хочешь предложить? Какое-то более легкое вождение или что-то? Нет, мелочи. Полезный пронос. Ну, где-то вечером, я не знаю, во сколько у нас появится. Да пронос 100% будет. Ну, я думаю, где-то часов 10 по Москве, знаете. Где-то так. И позже так. А может быть позже. Обычно собираемся 2 часа так. Смотри, как делают претендер. Профа водит здесь, у стола. Туда-сюда. Не помню, правда, какой слизень под какого. Когда идет зеленый, все сбегаются не перед лицом. Я, короче, вас добавил. Не перед лицом слизня, а за спиной слизня. Только тот, на кого он идет, стоит перед лицом. Во-первых, слизень два раза никого не выбирает. Все улетают в профу, добивают его и сразу идут на профа. Я еще ничего не поняла. Ну, смотри, вот отсюда из зеленого выливается слизень. Но. Выбирает там человека. Но. Все идут за спиной у слизня. Слизень вас откидывает сюда. Вы добиваете, возвращаетесь в профа. Проф, скорее всего, должен туда идти. Я просто РДшник, я особо не помню, где он стоит. Подожди, профа водит вот здесь. Вот здесь. Вдоль стола, вот здесь, да? РТД, тогда где стоят? Вот здесь? Обычно? РТД стоят вот здесь вот. Ну, вначале они стоят здесь, лужа появляется, они влево прыгают. Только локи, маги могут вот здесь находиться. Когда зеленый слизень выходит, все, вот он ползет, вот. Ты, допустим, слизень, все стоят за тобой. Не перед тобой, чтобы в стену улететь, а за тобой, туда, чтобы улететь. Чтобы улететь в мид? Да, чтобы туда подальше улететь. В смысле, вот сюда, например, улететь, да? Ну да. Сюда? Не в стену, а туда, все правильно. Мы раньше как били в Гере? Ну вот это очень много лет назад было. Мы все собирались вот здесь, отсюда бой начинали, помнишь? Кидается лужа, мы все перебегаем к стене, вот прям в стену все РДД-хилы встают. Вот так я помню били. Ну а смысл? Не суть важно. Дальше что еще, какие нюансы? Пока ничего интересного. Чуму в миле не выносит. РДД делит ее в РДД зоне. Все, просто РДД кучу бегает. Здесь под зеленым, здесь они находятся под красным. В красном вводят так. Когда разделение, ну, перефаза, не сюда уходит, как сова показывала, не сюда. Здесь, если он взорвется, вас раскидает нахуй по всей стене и пизда будет. А именно вот сюда в уголок. Чтоб вас откидывало, и вы никуда не вылетали отсюда. Ну, подожди, еще раз, вот здесь подробнее. Зеленый появляется вот тут. Где да. Стоят милики в этот момент? Не милики, это перефаза уже, сейчас, подожди. А, на перефазе. Да, милики почему? Под зеленым стоят, либо от зеленого далеко, либо под зеленым. Там смотря как под позиционкой будет. Если, вот смотри, вот появились два слизня, милики стоят вот как я сейчас встал, да?
и отлетают вот туда, куда ты показал, вот сюда. И что потом будет? Да, все стоят зеленые здесь, а вы зеленые. И что будет? Вот откинуло всех сюда, что дальше? Мост идет на вас, вы здесь стоите, его убиваете. Все, вас никуда не выкидывает отсюда. Вы в одной точке находитесь и делите сразу урон. Прохиливаете, делите урон. Когда уже эта перефаза заканчивается, там сразу летит пельмень. Отсюда его можно словить, потому что он скидает хуй знает куда. Это во-первых, а туда он будет дальше. Ну ладно, ну, ладно. Смотри, следующий тебе тогда вопрос. Просто тебе вопрос, и ты дальше скажешь. А когда проф вешает дебаф красный на милика, допустим на фурика, который дает 20к ДПС, и он там вон в углу стоит, и красного слизня кто тогда бьет? А если на 5 миликов кинуло красный дебаф, они там все стоят, кто бьет слизня красного? С красным дебафом находится вот здесь. Я просто определил. Ну, а то есть, а если не милики с красным дебафом, а РДД, они тоже туда отлетать должны, да? Ой, блядь, с зеленым. В тут ебучий бой, смотри, да? Смотри, я только с зеленым дебафом. Вот здесь вот, где я сейчас нахожусь, стоят только с красным. Вот и все. Ждут, пока красный выберет, потом красного здесь уходит, все бьют. Так ты сразу говоришь, что не милики, а люди, которые с зеленым дебафом, встают возле слизня зеленого с этой стороны, чтобы когда он выбрал их, они отлетели вот сюда. Смотри, ты про зеленого спрашивал. Если милики рядом, я имею в виду, просто зеленого ты спросил, а не на перефазе. На перефазе все зеленым дебафом. Не, именно на перефазе, когда проф вешает на пол рейда зеленый, на пол рейда красный. Вот кинулось на 5 миликов красный, на 5 миликов зеленый и на 5 РДД красный. Вот тут, вот где я сейчас стою, стоит 5 РДД и 5 этих миликов с зеленым. Правильно? Их выбирает слизень, потому что на них зеленый. Он же не может выбрать красного, правильно? Они отлетают вот сюда взрывом. Ну, откинуло, допустим. Они сюда в угол забегают. И тут стоят, ждут слизня, пока он их выберет. Правильно? Ну, они его бьют, да. Милики тоже стоят в углу, я понял. Они не выходят в зеленом, а стоят в углу, чтоб не улететь друг. И они ждут, пока РДД, 5 человек, бьют этого слизня, когда слизень выбирает. Его не замедляет, Красного замедляет, зеленый быстро стоит. Его еще и не замедляют? Только красного замедляют. Не, но я вот честно скажу, это ебань хуево, как ну говорится. Это надо видеть просто. Кто вот, ну, это релит. Может быть, мне когда-то удастся увидеть этот рейд, но честно сказать, это поебота полная. Ну, хуйня. Абсолютно. Захело твое, как бы. Ну, я не знаю, это надо видеть. Мне надо видео посмотреть с тем, что ты говоришь. Максимум стримчанский на ютубе. Чисто вот по теории, вот как ты говоришь, да, люди с зеленым дебафом, если они все не тупые, если они действительно все сюда сбегутся и отлетят в тот угол и встанут, еще будут дамажить, и они будут, их слизень будет выбирать первый раз, второй раз. Стой, если... ты неправильно как меня понял, стой. Перефаза началась, слизней еще нету, все убежали в угол, слизень вылился, выбрал цель, все бьют, все. Никто отлетать никуда не будет, они уже вот здесь, в углу. Ну тогда перед перефазой профы ведут сюда, правильно, к зеленому? Вот сюда. Да. Подводят его сюда и все. Также и перед третьей фазой его подводят сюда, чтобы все ближе были к своим позициям. Ну все, понятно. Получается, что как начинается перефаза, он кастует 20 дня, дебаф и вешает. Люди с зеленым дебафом стоят в этот злосчастный угол, люди с красным стоят вот здесь. Да. Красного замедляет, зеленого нет. Красного как все здесь понятно. Несут. Есть, это круто, все прикольно, это в принципе все убивается. На зеленого еще можно кидать проклятие косноязычия, чтобы он дольше цель выбирал. Можно. Тема. На красного тоже можно, чтобы было время больше отбежать от него. Ну, даже я бы сказал, не можно, а нужно, это не помешает. Крис, вы там уже будет от ДПС зависеть, чего? Говорю, вы там все разобрались? Да. Мне кажется, это тактика для рейда, который сыгран уже. Ну,
она либо для тех, кто сыгран, либо для имбецилов, которые вот, ну, ты сказал, поставил им метку, типа, и говоришь, бежите в метку, они, ну, ну только самый вообще отбитый не поймет. Нам так и надо бегать, на самом деле. Я просто не понимаю, зачем РДД в миле зоны чуму выносить? Он в РДД зоне ее может разбить. Ну, вообще, я честно тебе скажу по факту, что чума без разницы где находится. Хоть на РДД, хоть на миле. При правильной игре, если все сбегаются, разбегаются, бегают, то... Просто меня, блядь, удивило то, что чуму в миле зону выносить. Зачем? Так она, я же объясняю, она без разницы где. Она просто перекидывается и все. Ну ты понимаешь, что он время вот это вот теряет? Он может просто в РДД зоне находиться и все. А, ну то, что время теряет, ну это уже проблема РЛ. Если он, ну, сказал, типа, давайте с чумой бегать, там, допустим, к воротам. Потом еще человек, ну хуйня, короче, понятно. Но по факту без разницы, хоть в РДД она будет перекидываться, хоть в мили зоне. То есть не надо на нее вообще внимания обращать. Единственное, что с ней нельзя стоять отдельно от всего рейда. Вот, допустим, я вот так вот встал, да, и с чумой, блядь. И если я сдыхаю чуму, то мне ГП. Ой, что тут? Как хотите, так и будем бить. Не блять. Это. Я пошла АФК, скоро буду. Себе за рейд, Кость. Ну ты это сам. Никуда не уходи. Ты это. Вот Костя, ты в это, как он называется? В. Блять, как это назвать-то? Warcraft, вот в чем мы играем. Вот в эту хуйню давно играешь? С классика. С классика? Ну так ты вообще топ прошаренный тип. Просто ты видос, наверное, не смотрел. Ну ты посмотри видос, вот Парагон, он, короче, в DC есть, Ancient Tribe. Да, я видел. Вот ты его чекни чисто, вот, ну ты и посмотришь. Ну там реально, ну, ну проще простого. Ну ты учитываешь, что там у Брафа хп в раза 3 меньше, у Слизней в раза 3 меньше. Ну почему, не в 3 прям, на сколько тут процентов больше? Ну сейчас его понерфили, я не знаю, насколько больше, но раньше было в раза 3 у него меньше. Сейчас ЦЛК очень сильно герд понерфили. Так там было герд на 50% всего лишь, это ж не в 3 раза. И там еще баф был. Я гляну, сколько у этого. Баф был. 5% первый. Они убивали ли сейчас 5%, а не с 30%. Потом уже как они убили. А тут вообще нету. Ну не, ну это ни о чем не говорит. Здесь немножко урон по-другому распределяет. Здесь урон повыше. Здесь все убивают. Очень... Да понятное дело, что убивать. Я убивал. Или чай, или папа. Да и я уверен, что все это убью. Просто, ну, зависит-то. Понимаешь, если бы были 25 человек таких вот, как ты и я, да, и все разные классы, и все все знают за свой класс, то убивается все с первого трая, ну тупо, кто на опыте. А как бы то, что мы получаем, рейд с косяками, со слаками, слабыми компами и с тупиловым с этим, конечно, мы сидим дань долго. Но у вас может появиться два сильных вара, если одного из джоков не выгонят. А чё? А чё? Я не знаю, зачем Лекс пошел в тайм. Ой, фу, тайм поджоги. Не знаю, он дурак, блядь. Главное, чтобы люди хорошие были, а то тоже какие-то начнутся там, ну, выебоны, блядь, я не люблю. Если я начну в рейд брать человека, он будет какую-то хуйню гнать, нахуй. Я, ну, я быстро кикал, блядь. Крит. Он и так хантом в трайбу. Чего, Томас? Короче, распусти рейд, возьми меня в кайф. Чего еще раз? Распусти рейд, выйди с инста, поставь 25 гер и добавь меня в пай. Ща. Дай мне проверить.